Уголовное дело на бизнесмена Кайрата Жумалиева поступило в суд. Предварительное слушание состоится через 2 дня. Сегодня адвокаты обвиняемого, которые все это время были скупы на комментарии, выступили перед журналистами. По словам Салимджана Мусина, все обвинения в отношении Жумалиева построены только на показаниях потерпевшей стороны. К такому выводу юрист пришел после ознакомления с собранными по делу доказательствами. Бизнесмену инкриминируют сразу 3 статьи Уголовного кодекса. Это незаконное лишение свободы, вымогательство, а также совершение действий сексуального характера. Ни по одной из них Жумалиев своей вины не признает, но не скрывает, что нанес пострадавшему побои. Алиби Жумагулов, в свою очередь, находится в Южной Корее, где проходит обследование. Но участие в процессе примет, заявили его адвокаты. Стороны сейчас готовят ходатайство. Салимжан Мусин заявил, что в ходе процесса защита предоставит новые материалы, которые позволят взглянуть на эту историю под другим углом. Выводы судебно-медицинской экспертизы. Ухо на месте, кровоподтеки на обеих ушных раковинах, разрыв щеки не обнаружен. Подтверждается наличие закрытой черепно-мозговой травмы. То есть вот то, что преподносилось как оторванное ухо, это на самом деле оказалось ссадинами. Более того, фотография, которая была предоставлена следствию, специалисты мне говорят, она содержит элементы коррекции. То есть, по всей видимости, это был фотошоп, когда вот есть большая фотография цветная, где вот это вот ухо пресловутое, как раз о котором речь идет, оно затерто.